вышла тонкая копия, у него на голове мешок. Хорошо. Защищаемый физический биоробот защитным потоком из чистых энергий Абсолюта. Берем Илзы в защитный скафандр на время работы с тонкими телами. И вместе с тонкой копией Илзы поднимайся в комнате диагностики. Пошел подъем. Мы на месте. Мы приветствуем Илзу, интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверит ли она нам свое биополе на период сеанса. Она нас не видит, она руки вытянула. Хорошо. Вперед. Сканер, просканируй сейчас этот мешок. Вместе найди все сопутствующие чипы, датчики, импланты, конвекторы к этому мешку. Отключи их, выведи все из биополя и как выходит, отправляй этот мешок с подключками в клетку-тюрьму. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Илза, вы меня слышите? Видите? Да, слышу теперь. Мы спрашиваем разрешение на диагностику и чистку. Вы нам его даете? Разрешение. Даю команду на счет 3. Сканер сканирует пространство над головой Илзы под ногами 360 градусов. Сканер сканирует все 7 тонких тел Илзы. Находит все. Не вышел арахноид сразу. Арахноид. Гуманоид. Гуманоид. Лизард. Есть. Джин. Хорошо. И демон. И демон. Какой демон? 12. Какой джин? 56-11. Какой у нас? Золотой, синий, полузолотой? Он больше синего. Лизард у нас и арахноид. Хорошо. Гуманоид. Откуда гуманоид? Сириуса. Что ты делаешь в этом биополе? Это твой мешок? Мой. Смысл этого мешка? Мне приятно, что его поймали. Я тебе скажу, у тебя может быть чуть больше неприятностей сегодня, если я достану живую плазму. Поэтому отвечай на мои вопросы. Смысл мешка – это похищение. Чего? Что ты воровал? Отщеплял пока душу? Пока ничего. Отправлял я копию? Я совсем недавно здесь. Сколько ты находишься в этом биополе? 4 месяца. Хорошо. Сколько арахноид находится в этом биополе? 2 года. Сколько лизард находится? 5 лет. 5 лет. И джин сколько находится? 2,5 года. Сколько находится демон в этом биополе? 4 года. У кого есть контракт с Илзой? Никого. Кто присутствует в квартире Илзы? Демона есть. Подключки там. Хорошо. Джин присутствует. Это и арахноид. И арахноид. Хорошо. Начинаем с реверса энергии. В процессе работы я буду задавать вопросы. Даю команду тонкой копии Илзы спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную негативную патогенную низковибрационную энергию в ее биополе. Канал выстраивается также и к мешку гуманоида. Даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной патогенной низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам, чужеродная по отношению к Илзе. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней, все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилий потоки в 50 раз. Сканер, дай мне полноту души Илзы на настоящий момент. 100%. Хорошо. А реверс закончился. Установили фильтр золотой сеточкой на все каналы. В порядке реверса Илза забирает всю чистую и светлую божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная и чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Илза себе обратно. Она хозяйка своих энергий, возвращает все свое себе обратно. Демон, скажи мне, где лярвы в биополе Илзы? Есть таковые? Затемнение у нее на сердце и в голове. Лярв нет. На сердце и на голове. На голове у нас сидел арахноид, в сердце сидел у нас лизард. Не так ли? Так. Хорошо. Демон хочет получить эти затемнения? Хочу. Хорошо. Я дам отдельную команду, когда придет время. Ждем окончания реверса. Реверс закончился. Хорошо. Начинаем тогда с демона. Демон, выходи. Снимай сначала все, что я оставил в ее биополе. Отключайся полностью. Как закончишь, на месте доложи, что ты все снял. Я дам тебе команду на затемнение. Приступай. У него руки на руках, как ленты, и на ногах. Снимает он. Готово. Разрешайте забрать все затемнения, которые находятся в этом биополе. Ничего не оставляй, возвращайся назад. Готово. Джин, твоя очередь. Втягивай в себя всю пыль, все подключки, все, что ты оставил в этом биополе. Ничего не оставляй. Приступай. Готово. Лизард, последние 5 лет ты слишком много причинил неудобств этой душе, усиливая все эмоции. Что аж затемнение появилось. На каких эмоциях ты играл? На разных. Он собирал все, что от нее исходило. И усиливал, да?
Немного подсвечивал. Хорошо, выходи, вытаскивай свое гнездо, отключайся полностью, все свои энергии забирай оттуда и возвращайся в клетку, приступай. Готово. Арахноид, твоя очередь, выходи, снимай всю свою паутину, иголки вытаскивай, возвращайся в клетку. Он все снял. Хорошо, сканер, просканируй сейчас Илзу на чистоте гуманоида и его мешка. Осталось ли что-то еще незамеченным, что мы не вытащили? Чисто. Отлично. Даю команду на рассинхронизацию Илзы с гуманоидом, его мешком, арахноидом, лизардом, джином и демоном. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Готово. Включая внутренний белосвет Илзы, этим светом она выдавливает из себя все негативные патогены, низковибрационные, чужеродные, остаточные энергии на частотах интерферентов и их подключек. Свет пошел, энергия выходит, формируется перед ней в шар. Есть. Открывая под шаром воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю и даю команду сканеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Подхожу к Илзе, помогая моей энергии отсигнуть ей все каналы. 1, 2, 3, удар. Отлетают каналы, открывая воронку в галактическое ядро, канал уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, демон, скажи мне, ты один находишься в доме или там есть бес и черт? Один. Хорошо. Сейчас я открою портал для тебя и Джина. Вы пойдете в дом, соберете все, что там оставили. После этого я приду, проверю. Ты мне покажешь еще все порталы в квартире, я их закрою. И после этого я соберу тебе весь негатив в квартире в дорогу. Устраивает? Да. Открывается портал в квартиру Илзы. Джин с демоном уходит в этот портал, собирает все, что оставили. Закрывая, печатаю, растворяй. Готов. Хорошо. Лизард, ты больше никогда не придешь в это биополе. Тебе это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте Лизарда. Забирает все, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Арахноид, я тебе сейчас открываю портал в квартиру, собираю все свое потомство, всю паутину. Я прихожу, проверяю, отпускаю тебя в первый раз на твою чистоту. Все понятно? Понятно. Открывается портал в квартиру Илзы, и арахноид уходит в этот портал. Закрывая, печатаю, растворяй. Готово. Хорошо, я прошу Ли выйти со мной на связь. Приветствую тебя. Приветствую, Ли. У меня здесь гуманоид Сириуса с мешком на голове. 4 месяца сидел, говорит, недолго сидел. Души мы оттуда не вытащили, не успел украсть, но цель была похищение души. Посмотри, пожалуйста. Забираю его. Хорошо. Мешок тоже? Нет, мешок уничтожить. Под мешком открываю воронку в галактическое ядро. Мешок уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Есть. Клетка пустая? Да. Выходит эмоциональный фантом Илзы, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, операционная ересь сгенерированная, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Фантом выходит. У меня вышел рыхлый серый фантом. Хорошо, Илза, это ваши энергии, вы сами их сгенерировали. Вы готовы расстаться с этими энергиями? Готова. Сворачиваю энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, шар уходит на переработку, закрывая, печатаю, растворяю. Есть. И поехали по частотам. Пусть тонкая копия Илзы вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 720. И понимаем уровень эмоционального состояния тонкой копии Илзы до числового значения 720 Гц. Пошел подъем. Да, внутреннее спокойствие. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Хорошо, Илзы, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Прекрасно, спокойно и уверенно. Отлично.